Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy M22. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне включить линии сетки в камере. То есть давайте зайдем в камеру. И мы сейчас попытаемся включить линии сетки здесь. Как же это сделать? Для этого мы в левом верхнем углу нажимаем на шестеренку и попадаем в настройки камеры, где, пролистав немного вниз, мы видим пункт «Сетка». Поставив здесь галочку, здесь уберу, мы включаем линии сетки в камере. И то есть у нас в камере вот теперь вот такая вот сетка появляется. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!